привет, Максим. Это за ним появляется. Это швед. Бирюзовой футболке на черном мотоцикле. Просто защитные секунды перемещаются в конец нашей площадки. Ну и даже на одном из базовых трюков проезжает всю ее, которая называется Вилли. Вообще, что касается старт-райдинга, дисциплина, первое упоминание вот такой технологии езды на мотоцикле в истории человечества зафиксировано в 75-м году, после чего на несколько десятков лет старт-райдинг ушел с радаром, после чего феноменальный вернулся уже в начале 90-х в Соединенных Штатах Америки. В России этот вид спорта у нас